Добрый день! Сегодня готовлю куриную грудку. Простой рецепт, но получается очень вкусно. Грудка не сухая, сочная и вкусная. Для начала режу куриную грудку на полоски. Полоски делаю 1,5-2 сантиметра, не толстые, не тонкие. Готовиться будет быстро. Затем на тарелку насыпаю панировочные сухари, соль, любимые травы, приправы. Наливаю растительное масло. Все перемешиваю. Получается вот такая вот каша. Она не должна быть сухой и не должна быть жидкой. Беру противень, застилаю пергаментом. Кусочки куриной грудки обваливаю в сухарях со специями и маслом. И выкладываю на противень. Из двух куриных грудок получится целый противень вкусного мяса. Все готово. Можно отправлять в духовку, нагретую до 180 градусов на 20 минут. Уже выглядит очень красиво. 20 минут прошло. Достаем грудку из духовки. Получается очень вкусно и сочно. Быстрый обед или ужин готов. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр и до новых встреч!